Всем привет, с вами Алексей. Идет выкопка саженцев, в частности сорта трапезунд. Есть побольше корневая, есть поменьше. Маленькие высылаться не будут, все будет по договоренности. Вот, подписанный мешочек. Сейчас мешочек, влажная тырса. Итак, все сорта и будем сразу упаковывать. Значит, звонить мне не нужно, я сам вас наберу, скорее всего завтра созвонимся, у кого есть номер заказа. И договоримся. Потом отправим в районе понедельник, вторник, максимум вторник отправятся основные заказы. И получается дальше уже у нас розница. Все, что будет, розница, я сделаю отдельное видео. Все, не звоните, пожалуйста, времени нет. Вот так вот выглядят кусты, которые выкопались. Это хорошо видно. Солома отгребается. И травмируются корни большого растения, но по-другому, к сожалению, никак. Вот так вот. Вот здесь все были отводки. Явно видно, где они отсоединялись. Такая ситуация. Да. Здесь. Это вот один рядок. Все там показываю сады. Ребят, ну какие сады? Ну зачем мне сады, если на маленьком клочке выкапываются сотни саженцев? Ну какие сады могут быть? Сады нет. Сады это не надо. Надо маточники. Тем, кто решил заниматься саженцами. Кто решил заниматься орехом, тому нужны сады. Все, не буду задерживать. Сам позвоню. Кому не позвоню, после 18-19 числа набираем. И маленькое количество вам запакуем с удовольствием. И то, что будет больше 10 штучек, тоже с удовольствием запакуем. Всем огромное, кто смотрел. Всем привет их с Харькова. Огромный. Всем спасибо и всем пока.